Алоха, амигос, а ключик-то, который из драконовой задницы выпал, оказывается, тут рядом дверку-то и открывает он, где этот рогатый торговец сидит. Но только, блин, костра-то тут нет, а 26 тысяч душ, на кармане носить дело-то опасное, ёптать, да в какой-то еще город незнакомый, чумно. О, так это на помойку в второй части похоже. Ах, гопнут, чувствую, гопнут меня на душ-то из дракона. Сука, потом и кровью добытые. Я бы этого дракона еще раз 10 убил, если бы он респаунился, да с него бы что-то падало. Слушайте, почему в этой части игры, вот в этой вот, в первой, почему все зеленое? Реально, как они любят зеленый цвет. Тут все просто, все всегда в зеленой гамме. Так. И кто... И, бля. Мне показалось, что главный герой отпустил руки и просто падает. Хотел уже бомбануть по поводу, кто мне это посоветовал? Да, ну серьезно, сыкотно, страшно, блин, потерять 26 тысяч непосильными трудами добытые. Что за колесо здесь? О, Ачафали. Давай, до свидания. Это что за орк? Ой, бля. О. Чувствую, не по силушка мне с этой... О, там их еще двое. Он их позвал? Нет, не позвал. Не по силушка мне с этой живностью-то справиться, чувствую я. Не, можно, можно. Только, ну, не нужно, я думаю. По-моему, мне сюда, по-моему, рано. Очень сильно рано. 500. Навозный пирог. Ну, это знатное блюдо. Мечта говноеда. Так. А костер-то там где ближайший? А, подождите, костер, костер. Я знаю, я знаю. Не, сюда точно рано. Тут есть короткая дорога, которая сюда ведет. Мне бы зеленого титаниту добыть, тогда негде взять его. А здесь-то мне чувствую, чуть-чуть-то намандрючат нахрен, походу. Хоть по одному-то можно их приглашать. Товарищ, пройдите, пожалуйста, в кабинет. Да, второй затупил. Ну что, с одного удара-то не убьют. Я думаю, одной смерти, двум смертям не бывать. Один раз не гондурас. Тихо-тихо, я второго не вижу что-то. Ёб твою, кувырок. Я смотрю, эти тролли-то пещерные карьеру прям делают. Вчера ворота в Мордоре открывали, сегодня он в помойке уже тусуется. Бля, 90 у дамага, ёб твою мать, клоунада. Ай. Ай, карамба. Слушай, почти достал. По кончику пиписьки мог бы и втащить. Не, нормально, нормально. Можно, можно с ними справиться, если аккуратно. И желательно не здесь, а вот чуть подальше уйти. Чтобы кувырок можно было юзать-то смело. Потому что тут одно нажатие и улетел. Чё ты горланишь-то? Чё ты горланишь? Я уже двоих таких, как ты, тут... О, да он застрял. Вот лох, господи. А, вон и дырочка в полу-то какая, а? Его-то жопа не пролезет, а моя вполне-то поместится. Ой, блядь. О, у него еще и ядовитая дубина-то. Нифига какой фраер. Ай. Ох, что же я маленьким не помер. Че, он прыгнет, что ли? Нет, он орет. А че орет? Кого зовет? Заебал ты. Ирод ты, блядь. Чужеземный. О, это наш шанс. На, сука, в пузо. Топорищем. Где пирожок-то с говешки слепленный?
Сожрал, наверное, яд впереди. Какой тут нахрен яд впереди? Так, у меня три эстуса. Печаль, печально. Это что там бежит такое? Это что за... Вуду Джастер из Доты скачет, смотрите. Нифига, он сдалека пришел. Опа! В поясничку-то. Давай, пока он... Да почему ж промахнулся-то? На сантиметрик бы дальше прыгнул. И спасать было бы уже бесполезно. Так, кто еще там? Еще два каких-то членоносых урода. Пройдите, пожалуйста, на опиздюливание. Опиздюливание секирой. Целебная процедура. Да ёпта. Живучие какие змеи, а. И перед смертью еще судорога у них такая проходит. Бэкстап, конечно, глючит. Ох, какой это яд, я не понял. Откуда яд? Откуда яд-то, блядь? А-а-а. Там кто-то в трубочку, пенек какой-то, смотрите, в трубочку плюется. Сейчас нахуй надо, блядь, в ответку ему пиздануть тоже. Да, с ним что-то перестреливаться, что-то вообще борода. Он быстрее меня отравит, чем я его застрелю. В три раза причем быстрее отравит. Ну, пенек, блядь. Говнюк, бля, вообще обоссанный. Ой, с него еще. Как удобно, что с него же противоядие-то и падает. Слушай, гражданин, вы там сдохнуть-то не хотите? Где сучья... Сучий костер? Выманивание. Я так последний раз мобов в линейке выманивал, когда в той вжало с пантерой фармил. Да, лежачих тут не бьют. Тут все по понятиям, походу. Не, ну то, что это сразу после дракона открылось, это же, ну, верный признак, что сюда надо идти, но что-то... Боязно мне что-то, ой, не по себе. Как я их ловлю на том, что они криво скачут. Странно. Он убивается с 4 ударов, а из-за него всего 150 душ дают. Да ну ты чё? А чё это светится всё? Чё это было-то? Он меня чё, телом каким-то чьим-то бьёт, что ли? Не понимаю. Чем он вооружен? Смотрите, у него тело, реально, тело человека. Обглоданное. Блять, сжечь тут все нахрен. Сжечь бы, да, спичек нету. Туда можно пробраться, да, боязно. Боязно до очкова, 30 тысяч душ, то уже на кону стоит. Да большая душа солдата безымянного. Блядь, что делать-то? Очкую, блин, очкую, очкую. Очкуем. Сегодня мы с тобой очкуем. О. Добежит ли он сюда, интересно? Добежит. Ты попрыгунчик какой, а? Свободен, дядя. Там высота-то, я смотрю, не смертельная. Да, сука, опасная. Это что такое? Буйный, походу. А вот этого дали лежачего замочить, смотрите-ка.
Так, что тут у нас? Там он что-то... Сдох кто-то где-то упавший. Оу, что такое? Ага. Нас уже ждут из темноты, понятно, понятно. Так. Вон костер. Вон где. А как туда пробраться-то? Вижу, что можно спрыгнуть здесь. Да не рухнет ли нахрен вся эта конструкция? Ну, блядь, не знаю, не знаю. Ладно, давайте попробуем, что делать-то еще. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Да, и я буду жить. Так, ну что, время, время для инвестиций в свое здоровье. Так, что у нас сила? Сила да выносливость. Ловкости надо, наверное, качкануть. Или силы. Я еще пока не решил, что буду носить, поэтому буду качать и то, и это. Ну, вера, ученость мне нахрен не надо. Ученость 10, вот нахрена мне ученость 10. Это минимум в этой игре. По-моему, пятерка минимум. Но вот надо было нищим играть. Тогда бы у меня все ровно было. Так, человечности у меня нет, нихера у меня нет. У меня сестренки нет. У меня братишки нет. У вас сжечь бы костер этот, наверное. Ладно, пока перебьемся. Ах ты какой, сука, подлый, а. Подлюга какая. Ох ты, ёб твою мать, что такое? Чё это там? Ёб твою мать. Сколько я повидовал, объездил все края, но собаки огнедышащие нигде не видел я. Ни херово они на меня отжарило. Так, там опять этот плеватель, сука. О, вас двое теперь. Не, гоблины хорошо кладутся, вообще хорошо. Прям изумительно. А это что за... Сука, как бы до него добраться-то, а? Заебет же мертвого. Заплюет, в смысле. А сюда как залезть? Да походу никак. Ау. Причем он, сука, не дамажит дротиками, а тупо отравляет так втихую. Втихулю. О, вот, наверное, лестница. Ах ты пиздюк, блядь, албанский. Ты посмотри, что делает. А? Говно. Катапультировал его без парашюта, блин. Так. О, опять. А, я ж тут был уже. Вон еще душа лежит. Вон и лестница. Надо туда как-то. Просочиться, вот. Вдруг тут какая-нибудь пушка знатная или еще что-нибудь полезное. О, маска тени, куртка тени, наручники тени. У меня сейчас что, не такое разве одето? О, блядь, какие звуки неаппетитные. Валить отсюда надо бы на, я так думаю. Сейчас буду спускаться, я их тут и отхинторю. О, нифига. А, от магии защита меньше. Ну тогда нахрен оно мне надо. Ну и весит совсем фигню вообще. Да. Штаны пол. Вообще классно. Но я предпочитаю, чтобы все-таки защита от магии какая-то оставалась на всякий случай, на пожарный. Где этот пень-плеватель? Я его не вижу. А, подождите, я ж... Я ж чё шёл-то забрать?
душу гордого рыцаря. Вон он, сука, его даже не видно нихера там. Упыря этого обоссанного. А лесенка идет-то снизу. Снизу, да, отсюда вот. Бля, я смогу на балкон попасть? Кувырок, да, душа. Кто, кто, где? Ну, к этой херне я точно не подойду. О, стоперик. Хорошо они дают знать о своем приближении своими этими... кряхтением своим. Мне кажется, они слепые, у них что-то глаз нету. Тоже уровень такой геморройный на самом деле. Сколько жизней-то у этого говна? Полоска жизни, блядь, аж в экран не поместилась. О, а огненными? Отлично вообще. Все лучше и лучше. Так, с другого ракурса попробую. А если вот рвануть последней отравленной стрелой? Да. Да что ты пиздишь, у нас до хера стрел. Не, это долго, бля, это очень долго. А, лететь отсюда тоже долго. А, нафига, это обратная дорога уже. Сейчас придется с этой хреновиной сразиться. Я в такие сейчас в Соме пальцы сую, по-моему. Они там лечат, а тут, походу, она мне вломит. Так. Отлично, пока что все хорошо. Душа большая, до солдата безымянного. Да ну что, опять жирный, что ли? Вот у, вот у Рюка. Посмотрим, залезет ли. Или засыт морда. Отличный удар. Жирного не видно что-то. А вон он где. Кривой. Вот нахер я его сагрил? Зачем он нужен-то мне был, а? Он что, застрял, а? Не выйдет оттуда, что ли? А, ну это вообще классно. Сейчас ему здоровье подорву. Блять, в нем уже стрел больше, чем в ежике. Иголок. Прикольные у него замахи у меня над головой свистят. Только пули свистят. Так, что может эта хуйня? Блять, откуда? Откуда летят эти присоски? Дротики, то есть. Кто-то шмальнул дротиком сейчас меня. Урод какой-то, блять.
прикольно тут. Да иди вообще. Там еще и туман. А за туманом-то что? Ну неужели тут босс какой-то имеется? Это я что-то не помню. Пойду рискну душами 7000-то, а? Идея. В смысле, не идея, а где? И что тут делать? А. Стопэ. О, он сдох, что ли? Заросли фиолетового мха мне дали. Доплевался, видать. Эта херня где-то надо мной. Подождите, туда я понятно, туда это туда и надо идти по дороге. А как же? Что ж там вот это говно-то охраняет? Там что-то, по-моему, лежало. Не, в душе не ебу, что там лежало, но что-то должно быть. Я помню, я ее из лука расстрелял, да и дальше пошел. Может, не такая и плохая идея. Блять. Уродище какое-то. Да идея была вообще пиздатая. Надо было ее нахуй расстрелять, блять. Не лезь к ней, а расстрелять ее в пизду. Так, блин, и надо было с самого начала делать, а то, ёптать, приехала в колхоз имени Мичурина. Так и знала, что убьют. Словно сердце чуяло. Ну, давай уже, пора ему сдохнуть. Надо было лук тоже заточить этими точками, хотя бы до пятерки. До пятерика. Отправляйся в ад, ублюдина. Из-за нее душ-то дали вообще, как я не знаю. Как одолжение, блядь. Пиромантическое пламя, внутренняя сила. Ёб твою мать, а я-то думал. А как сюда попасть? А чё там такое? О, а тут прохода-то и нет, оказывается. Ну, коли знал бы я раньше, что там лежит говно магическое, хрена лысого бы полез я туда. А так пришлось полезть, да помереть, ёптеть. Интересно, а что будет, если он схватит? Он так пытается это сделать постоянно. Это, наверное, его ваншотная атака какая-то. Так, где-то здесь должен быть сток, значит, который туда выходит. О! А там, а вон, а что лежит-то? А лестницы-то и нету туда. Ну, допустим, я ее возьму, спущусь. Что дальше? Делать будем потом. А вон там еще ниже можно спуститься. Не сдохнуть бы при падении. Может, там что мазевое лежит, а может и говнище. О, да тут с высоты можно падать вообще нормально. Кнут. Чё за кнут? 80 дамага. Не предназначен для боя. Абсолютно неэффективен против доспеха и прочей чешуи, зато беспощаден к врагам с неприкрытым телом. Ну, то есть для местных носатых вот этих уродов. Это божий бич прямо. Лестницы, сука, не наблюдается. Падать можно, вроде бы. А, вон, а где я спустился-то. Что ж, неплохо. Только плеватель наверху там ебливый. Это что за херня? Отлично. Атака.
Ты-то нахер вообще иди, блядь. Охерел. Охерел этот комарик просто. Опять. Так, это эти бичи на Кренга, похоже, из черепашек ниндзя. Так, ну чё, я внизу. Это уже, блин, серьезное достижение. Сука, бля, опять он где-то. Костра не видать по-прежнему. Ёпты. Это вот худо. Плюй, плюй, тварь. 500 опыта за сморчка, который с одного удара убивается. О, странника, странника, странника. Ну это барахлище полное. В начале игры можно получить этот сет, если выбрать странника. Весит все потяжелее. Брони дает чуть... А, не, нормально все же брони дает. Но если кувырок у меня от этого не сломается... Не, черный лучше. Вроде нормально. Это что такое? Комары сквозь пол теперь, что ли, проходят? Нихера себе, какие новости. Так, тут что, тут тупик? По корням слезть некуда. Делать, а тут нехреново. Что тут еще? От огня бы одеться в костюмчик защитный. То-то что-то тут эти огненные тарантулы зачастили как-то. О, блядь. Тут надо попытаться спрыгнуть, наверное, и ушатать сразу. Несколько. А может и нет. Комар, сука, гребаный еще тут мешался, понимаешь ли. Комары тут не бесконечные или что-то, не припоминаю я. А, по-моему, кстати, бесконечные. Их вам тут высирает какая-то жопа. Но до этого мне, в принципе, на руку. Под кольцо злого глаза они, сука, попадают. Да лечат. Блять, сколько вас тут. Ёб твою мать, сколько вас тут. Вот тварь, ёб твою мать, болотная, а? Ты посмотри. Да ёб твою мать. Пиздец какой-то. Утырище ты, сука, безобразное. Смотри, летят. Еще летят. Прицел в игре кривой, надо целиться немножко правее, по-моему. Что мешает, блядь, опустить лук и прибить того снизу? О, ёб твою мать. Нахер мне душа твоего, бля, рыцаря обоссанного? Вывозите меня нахер отсюда. Блять. Пиздец какой-то. А что тут делать-то?
Сука, с таким атомным отравлением. Какой-то мох замедлял, по-моему. Блять, заебись. Уменьшает кровотечение. Вот он, уменьшает скорость распространения яда и лечит отравление. Попробуем. Да хуй оно чё, блядь, не работает. Лечить лечит. Замедлять не замедляет. И как тут нахрен тогда бегать? Ёб твою мать, сколько здесь их. Всяких разных. У комара еще и атака есть, ну вообще шикарно. А это что там? Да пидорас ты, блять, а? Сучара, блядь. Соточка опыта. Чё-то не отдупляю я, как тут передвигаться-то, а? Да ёб твою мать, блядь, пиздец, даже не успеть нахрен просто пройти, чтобы не травануться. А это все сделали для того, чтобы было невозможно пройти. Пробежать не успеешь, еще и травит, блядь. Что там за дерево интересно такое? Ну вот здесь еще нормально. И все тут плюются, я смотрю. Чё это за аура опять включилась? Ни костра, ни хрена, ничего нет. Офигеть, вообще локация, блядь, от бога. Берегись, призрачная стена. Да лучше б тут костер был. Дощатый щит. Эту стену-то я помню. Вот это я не помню. Вроде нормально. Тут хитрый уровень, базара нет. Полость. Мне на вашу полость, слушайте. Прям покласть. Костер тут есть? Или нету? Ни хрена. О, сдох кто-то. О! Будем считать, что за... Что так быть и должно. Еще тут можно спуститься. Тут, блядь, это такой геморрой на самом деле. А сопротивляемость к яду. О, к отравлению можно прокачать, обалденно. Фу, ну тут уровень такой, блядь, тоже на любителя. Надо много прыгать, надо много лазить. Хер просышь, чё, куда, блядь. Да ладно, в принципе, еще за 5 минут можно посмотреть, что там в конце этого дупла будет. Ну, не в конце, но так. Блядь, сикарашка съебалась. А как мне к ней попасть надо было?
Что тут типа лестницы нет, что ли? Еще одна ушла, обалдеть. На полдня, короче, тут занятия прыгать и прыгать. Блять, и не вылезти отсюда. Пиздец. Охуенно. Вообще заебись. Ну, вы поняли, что уровень просто, блядь, класснейший. Но в самом низу этого великого древа, да за туманом, я уже, честно говоря, никогда не был. Я до сюда не дошел. Я психанул тогда раньше и ушел обратно. Озеро Золы. Ничего себе, как тут все депрессивно. Лес сталактитов надо было назвать, а не озеро Золы, судя по виду. Мобов тоже что-то не видно здесь. Интересно, если здесь костер. Вообще, я назад теперь уже не подымусь отсюда. Я не знаю, как я отсюда буду выходить. Если только не вперед ногами вынесут. Костерчик есть. Костер это хорошо, но... Я опять же не буду около него сидеть, потому что я не знаю, есть ли выход из этой локации. У меня вот на этот счет какие-то серьезные сомнения. Я костер активирую, но сидеть около него не буду. Сейчас юзну телепорт, короче, и улечу к предыдущему костру. А сюда вернусь, когда получу возможность телепортироваться к кострам. Между кострами, то есть. Вот, и тогда все исследую. Ну а пока что конец серии. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите.